В турецком Измире при взрыве автобуса, который привозил сотрудников тюрьмы, пострадали 8 человек. Ранее турецкие СМИ сообщили, что инцидент произошел в районе Буджи на трассе Айдын-Измир. По предварительной версии, взрывное устройство находилось в мусорном контейнере, возле которого проезжал автобус. Раненые доставлены в больницу, один из них в критическом состоянии. Обстоятельства взрыва уточняются.